Российские военные усилили давление на группировки вооруженной оппозиции. Там, где боевики этого ждали сейчас менее всего, офицеры штаба вооруженных сил вынудили исламистов сосредоточить большие силы на севере, в районе Алеппо, и ударили в центре страны. Это район Дамаска, Каабун. Далее территория, которую более полугода контролировали исламисты. В штабе операции офицеры правительственных сил обсуждают план наступления. Вот в этом секторе на востоке столицы боевики группировки Джебхат Аль-Нусра. Только на этом участке их человек 500. Сейчас мы сжимаем кольцо здесь и блокируем боевиков далее. Они уже не получают пополнения. Почти год боевики использовали это направление, чтобы атаковать объекты в столице Сирии. Террористические группировки устраивали минометные обстрелы Дамаска, отправляли в город смертников. Снайперы отрядов оппозиции мобильны и хорошо подготовлены. Среди стрелков много наемников, для которых это не первая и даже не вторая война. Боевики используют подземные коммуникации, тоннели роют сами и проемы в зданиях для быстрого перемещения. Тактика исламистов – стреляй и беги. Они быстро переходят от обороны к наступлению и сразу после атаки стараются незаметно уйти. Против исламистов воюют бойцы десантно-штурмовой бригады «Местные командос». Этот батальон – одно из самых боеспособных подразделений правительственных сил. Улицы простреливаются снайперами. Голову высунуть – верная смерть. Поэтому для наблюдения мы используем систему зеркал. Как только я замечаю активность, передаю информацию стрелкам. По словам военных, боевики здесь несут значительные потери. Более того, перекрыты практически все каналы и боеприпасов исламистам. Группировкам здесь не хватает продовольствия и медикаментов, поэтому чуть ли не каждый день отряды салафитов пока безуспешно пытаются прорвать кольцо армейских подразделений и вырваться из окружения. Дан Миробов и Станислав Еловский. Вести из Дамаска, Сирия.